ОАО «Могилев Лифтмаш» – один из крупнейших производителей лифтового оборудования в Восточной Европе. В широком ассортименте предприятия – пассажирские, грузовые и больничные лифты, эскалаторы и траволаторы, оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями. Причем весь производственный цикл до монтажа готового лифта и его технического обслуживания производится силами ОАО «Могилев Лифтмаш» и других предприятий холдинга. Объединение нескольких заводов производственной цепочки в единый холдинг позволило создать мощное производство, которое не зависит от внешних факторов и способно гибко реагировать на требования рынка, обеспечивать растущий спрос на свою продукцию. В новом тысячелетии предприятие демонстрирует впечатляющие темпы роста. За минувшие годы объем выпуска вырос более чем в 6 раз. И весь этот рост достигнут за счет увеличения производительности труда при практически неизменном количестве сотрудников. Высочайшее качество продукции ОАО «Могилев Лифтмаш» обеспечено использованием самого современного оборудования от ведущих мировых станкостроителей. В технологическом процессе изготовления деталей из листового материала используется оборудование в основном европейского производства, позволяющее изготавливать детали самой сложной конфигурации, что дает возможность удовлетворить требования любого заказчика. Станки лазерной резки металла позволили поднять коэффициент эффективного использования сырья до стандартов безотходного производства. Установленные в цехах завода сварочные роботы обеспечивают непревзойденную надежность всех соединений. А металлорежущие станки самых современных моделей производят детали привода лифтов с прецизионной точностью, обеспечивая долгую и бесперебойную работу всех механизмов. На предприятии внедрена и действует аккредитованная по европейским стандартам служба контроля качества. Основные модели могилевских лифтов сертифицированы на соответствие европейским стандартам. Большинство комплектующих для лифтов и эскалаторов выпускаются на собственных предприятиях холдинга, что позволило оптимизировать производственные процессы. Более 80% продукции предприятия отгружается на экспорт. Сегодня предприятие производит современные пассажирские лифты с различной грузоподъемностью, со скоростью движения до 2 метров в секунду. Широкая гамма отделочных материалов и дизайнерских решений позволяет обеспечить любые запросы застройщиков. Так, например, панорамные лифты производства ОАО «Могилев Лифтмаш» становятся украшением и архитектурной доминантой здания, наполняют перемещение между этажами символикой роста и развития. На предприятии освоен выпуск современных моделей лифтов без машинного помещения, с безредукторной лебедкой. Они монтируются и находят применение в элитных жилых комплексах и офисных центрах. Помимо пассажирских лифтов, ОАО «Могилев Лифтмаш» выпускает грузовые лифты с широким диапазоном грузоподъемности, в том числе малые грузовые лифты для ресторанов и лифты для перевозки автомобилей, а также больничные лифты для медицинских учреждений. Для строительства предприятие производит мачтовые грузопассажирские подъемники и рабочие платформы. Для создания безбарьерной среды завод выпускает специальные лифты, а также подъемники открытого и закрытого типа. С 2017 года предприятие освоило новый вид продукции – эскалаторы и траволаторы. Первые траволаторы под торговой маркой «Мобил» поставлены на строящуюся линию метрополитена в Минске. Завоевав безупречную репутацию, ОАО «Могилев Лифтмаш» уверенно осваивает инновационные виды и модели продукции, которые отвечают самым высоким требованиям заказчиков. ОАО «Могилев Лифтмаш» всегда на высоте.